Roma, на Стиле Радио. Мигрень. Повторяющиеся приступы острой головной боли, которые продолжаются от 4 до 72 часов. Мигрень – заболевание не связано с расой, местом проживания или климатом. И тем не менее, некоторые специалисты официально недуга в ней не признаются. Озонотерапия в медицинском центре «Озонис» поможет взять под контроль малоизученное, но мучительное состояние неотступающей головной боли. Наш адрес – улица Алва Юлия, 97. Телефон 930-940. Дополнительная информация на сайте www.md. 30 марта. Манеж «Спорт-арена». Лучшие бойцы Европы. Дамы и господа, ассоциация «ФИА» представляет KOK Europe Grand Prix. Билеты в кассах театра оперы и балета. Спонсор Unite 3G. Замучил кашу. Давно кашу? Уже 3 недели. Другие жалобы есть? Слабость. Аппетита нет совсем. Похудел резко. Это серьезно. Необходимо... Прошло несколько дней. К сожалению, анализы показали, что... Вы говорите, доктор. Откуда? Туберкулезом может заболеть каждый. Ну что же делать? Лечиться сейчас так дорого. Не волнуйтесь. Сегодня туберкулез полностью излечим. И лечение в Молдове проводится бесплатно. Главное, что вы обратились вовремя. Чем раньше начато лечение, тем больше полное выздоровление. Туберкулез можно излечить. Мебельный салон «Комфорт» объявляет скидки до 25% на мягкую мебель. Здесь вы найдете диваны, кресла на любой вкус и возраст. Отличное качество по доступной цене. Посетите мебельный салон «Комфорт» по адресу улица Мессажер, 19. Создайте комфорт в вашем доме. Количество товара ограничено. Смотрите «Госпиталь» по выходным 19.15 на Sony Entertainment Television. Заболел горло? Снижен иммунитет? Вам поможет? Эксизол, антибактериальные таблетки для рассасывания с витамином С и вкусом какао. Горло может болеть у каждого. Просто нужно уметь его лечить. Препарат применяется без рецепта. Ознакомьтесь с инструкцией. В случае побочных реакций проконсультируйтесь с врачом. Отправляемся в путешествие по городу Кишинева и узнаем, что же происходит на столичных дорогах. В эту минуту у микрофона Владимир Вахмянин. Рад приветствовать вас всех. Желаю всем доброго вечера и говорю, поехали. Вначале говорим о пробках. Не пробраться по Коголничану и по улице Еменеску. Двинемся медленно также по улице Пушкина и по Крянга от Флакара вниз в сторону центра. На Кале Бессарабии в районе Цветочного рынка катается мобильный радар, поэтому не стоит пренебрегать скоростным режимом в данном направлении. Ну а правами в эту минуту можно похвастать на пересечении бульвара Троян с улицей Индепенденции. Это была вся информация к этой минуте. Через час будет свежая. А пока напоминаю, что на
наш информационный партнер службы такси 14007. Такси 14007 всегда в вашем распоряжении.
быть вечно в плену. Покой твой обеспечен, дыши. Ясную погоду обещают нам синоптики. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно повышено. На севере Молдовы от 8 до 14. До 7 плюс 16. И там будет ясно. Далее обращаемся к погоде за рубежом. В соседнем Киеве плюс 8, плюс 14 ясно. А вот жителей столицы Румынии погода огорчит небольшим дождем. Там плюс 8, плюс 18. В Москве вероятные осадки смешанного характера от 0 до плюс 4, Вене плюс 6, плюс 15, ясно, без осадков. В Кишиневе сегодня вечером также плюс 15 и также ясно, без существенных осадков, что радует. По перспективах, в 18 часов Денисовское село расскажет о том, что происходило сегодня в стране и в мире. Ну а до этого, конечно же, только душевная музыка и приятное настроение на волнах сильного радио. Оставайтесь с нами. Я тебе напишу письмо.